Рада вас приветствовать на канале Gesit.com. Предлагаем вашему вниманию видеоитоги обзора материнской платы Gigabyte GAZ170 D3H. По итогам тестирования материнская плата Gigabyte GAZ170 D3H можно отметить, что хотя формально она не относится к игровой линейке, но благодаря своему отличному оснащению, качественному сетевому контроллеру от компании Intel и доработанной аудиоподсистемы с флагманским кодеком, вполне достойно выступать в качестве основы для игровой системы с одной видеокартой. Также отметим отличные возможности для организации дисковой подсистемы, удачную конфигурацию интерфейсной панели с удобным подключением многоканальной акустики и поддержкой набирающего популярности разъема USB Type-C. При всем при этом новинку не обделили и хорошими возможностями по ручному и автоматическому разгону в своем сегменте. Конечно же, назвать эту плату в полной мере оверклокерским решением нельзя. Однако для пользователей, желающих получить дополнительный прирост производительности в повседневном использовании, ее возможностей будет более чем достаточно. Что же касается особенностей, то каких-либо критических недостатков в процессе тестирования замечено не было. В итоге Gigabyte GAZ170 D3H можно смело назвать очень удачным решением, которое станет отличным выбором для сборки производительной системы с одной видеокартой. Подробнее об этой материнской плате читайте по ссылке в описании этого видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!